שלום לכם צופים יקרים. Здравствуйте, дорогие зрители. אנחנו ממשיכים את השיעורים שלנו בירמיהו. Мы продолжаем разбирать книгу пророка Иеремии. והיום בשיעור הזה אנחנו נדבר על נביאי האמת ונביאי השקר. И в этом уроке мы будем говорить о пророках истинных и пророках лжепророках. וזה לא כל כך פשוט לדבר על הנושא הזה. И это не так просто говорить на эту тему. לא אז. ולא היום. Не было легко раньше и нелегко сегодня. העניין הוא כזה. И тема она такова. יש הממסד. Существует институт какой-то власти. אלה שהם קרובים לצלחת של הממשלה. Которые близки к пирогу. פקידים שעובדים אפילו בבית אדוני. Служители, которые в то время были и в храме. ויש להם הרבה מאוד אינטרסים. И у них есть очень много интересов. של רווח, של הפסד. Доход, расход. יש להם המון אינטרסים פוליטיים. Очень много политических интересов. והם צריכים להגיד לממשל, למלך, לשולטים. מהו רצון האלוהים? זה התפקיד שלהם. Они должны говорить царю и правителям, какова воля Божия. В этом заключается их работа. והם אנשי מקצוע. Они являются людьми профессионалами. ואז קמים אנשים כמו ירמיהו, כמו ישעיהו, כמו יחזקאל, הושע, עמוס, כל הנביאים הקלאסיים שלנו. И вот появляются классические пророки, как Иеремия, Иезекииль, Исаия, Амос, שהם מקבלים התגלות מאלוהים, которые получают от Бога откровение. וההתגלות של אלוהים היא לא תמיד מתאימה לפוליטיקה של הממסד. И откровение Божие, оно не всегда подходит к институционной политике власти. ואנחנו נמצאים עכשיו בפרק 20 של ירמיהו. И мы сейчас в 20 главе пророка Иеремии. וישמע פשחור בן אימר הכהן, והוא פקיד, נגיד בבית אדוני את ירמיהו ניבא את הדברים האלה. И 20 глава. И когда Пасхор, сын Имеров, священник, он же и надзиратель в доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова сии. ויכה פשחור את ירמיהו הנביא ויתן אותו אל המהפכת אשר בשער בנימין העליון אשר בבית אדוני. То ударил Пасхор Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем. פשחור הוא כהן. Потому что Пасхор он священник. ונראה את המילים שפסוק אחד מדביק לפשחור בן אימר. И посмотрим, какими словами определяет его первый стих. Он священник. Он служащий. Он надзиратель в доме Господнем. Он нагид бебейт Адонай, который над всем, всеми руководит, в принципе. Он бен адам хашув. Он важный человек. Есть ло тавкид формали. У него есть официальное положение, позиция. Он махзик бемисра рама. У него должность, которая высока. וגם ירמיהו כהן. Мы должны помнить, что Иеремия, он священник. אבל הוא לא פקיד והוא לא נגיד בבית אדוני. Но он не является ни надзирателем, ни служащим, у него нет никаких должностей. וירמיהו נמצא בבית אדוני והוא מדבר דברים קשים. И вот Иеремия находится в доме Господнем, он говорит очень трудные, тяжелые вещи. Он говорит о разрушении. Он говорит об изгнании. Он говорит о том страдании, которое придет на народ Израиля. О Божьем суде. Это не является популярным. Это не наим. Не является чем-то приятным. Пашхор ба, бепумби, бебейт Адонай, нотен ле Иеремияу, бум, стира. И вот Пасхор приходит, и при всех
он ударяет, дает пощечину пророку Иеремии. Бетох бейт Адонай. В самом храме это происходит. При всех людях. Самет Иеремияу бамаапехет. И затем он кладет, сажает Иеремия в колоду. Ваовер лайла. И проходит ночь. Пасук шалош. Третий стих. Ваими махарат вейце пашхор эт Иеремияу мина маапехет ваюмер алав Иеремияу. Ло пашхор кара Адонай шимха ки магор мисавив. И на другой день Пасхор выпустил Иеремию с колоды, и Иеремия сказал ему: «Не Пасхор нарек Господь тебе имя, но Магор Мисавив». Магор, это значит, что это осе незик. Это ужас вокруг, это означает слова эти. Пасхор хашав, что им Иеремияу ишев лайла ахад в маапехет, Пасхор думал, что если Иеремия проведет ночь в колоде, то он успокоится, он поймет, что ему не стоит с ними связываться и не будет больше ничего пророчествовать. Но Иеремия является пророком Господним, он не служащий и не министр и не надзиратель, у него нет никакой официальной должности. И наоборот, он не успокоился, но еще более жесток. И он говорит ему, что имя его Пасхора, оно другое, оно не мир, но ужас вокруг. Иеремияу мекабел макот. Это не первый раз и не единственный раз в книге пророка Иеремии, когда мы читаем о том, что Иеремию наказывают, бьют. Не первый и не последний раз он оказывается в тюрьме. Квар анашим йотер мугдам в Иеремияу, в перек 11 рацу ларогет Иеремияу. Мы читаем уже в 11 главе, в начале его книги его хотели убить. В перке 11, пасук 19, пасук 21, 23. В середине 11 главы мы читаем о том, что людям не нравилось то, о чем говорит Иеремия. Это в 19 и 23 стих 11 главы. Его уже хотели убить. И затем снова у него была оппозиция, и даже его собственная семья приходит и действует против Иеремии. Но все классические пророки, они, в принципе, страдают от того же самого. Потому что они слышат от Бога, что им нужно сделать, что им нужно сказать. ביחזקאל אנחנו לומדים שאם הנביא שומע מאלוהים לעשות משהו, להזהיר את העם, והוא מזהיר את העם, אז הוא פטור, הוא לא אשם. И у Иезекииля мы читаем о том, что если пророк слышит что-то и потом говорит об этом народу, то на нем нет никакой вины. אם הוא שותק, но если он молчит, אז הוא משתתף בחטא של העם. То он является частью греха народа, если он не говорит. И он говорит, Иезекииль говорит, что пророк является стражником на стене. И если он видит, что приближается враг, что приближается время войны, он хаяв лагид влицок влазир эт аам шебетох хахома. Он обязан просто кричать и предупредить народ, который внутри стен города. Если он это делает, то он выполняет свою работу. Но если нет, то тогда часть греха народа будет на этом пророке. Это вовсе не просто быть пророком. Это
не было какой-то должностью, которую люди радостно принимали. И у пророка Амоса, мы читаем о том, что к нему приходит священник и говорит ему: пророк, уходи отсюда, беги отсюда быстрее. И Амос отвечает ему: я не пророк и не сын пророческий. Я просто фермер. Я собираю сикаморы. Ковбой своего рода. Я не пророк. Но я делаю то, что Господь велит мне. И эта идея, она как бы повторяется у всех пророков. Но Иеремия называется пророком плачущим. Потому что он плачет о народе Израилев. И в принципе, плач Иеремии, который говорит об разрушении Иерусалима, на самом деле написан, скорее всего, писарем Иеремии по имени Барух сын Нерье. ביטוי של הבכי העמוק שהיה בלב של ירמיהו בשביל עם ישראל ובשביל ירושלים. Олицетворяет и показывает нам то глубокое скорбение, которое было в сердце Иеремии о том, что происходит с народом. ירמיהו יודע שהוא לא популярי. И Иеремия знает, что он не популярен. והוא מדבר על אלוהים בפרק הקודם, בפרק 18, פסוק 23. И в 18 главе, 23 стих, он говорит: ואתה, אדוני, ידעת את כל עצתם עליי למות. Итак, предай сыновей их голодом и подвергни их мечом. אל תכפר על עוונם וחטאתם מלפניך, כי תמחי והיו מכשולים לפניך בעת אפך עשה בהם. Но ты, Господи, знаешь все замыслы их против меня, чтобы умертвить меня. Не прости неправды их и греха их, не изгладь перед лицом твоим, да будут они низвержены пред тобою, поступи с ними во время гнева твоего. И он говорит эти жесткие, тяжелые вещи. После того, как три раза уже Господь говорит ему: перестань молиться за этот народ. В 7 главе, 11 глава и 14 главе он говорит уже ему это. Но Иеремия продолжает молиться и просить Господа простить этому народу. Чтобы Господь показал милость этому народу. И три раза Господь говорит ему: перестань молиться. И его бьют за это. Он отвержен от общества. В тюрьме. И в яме его сажают в яму тоже. Страдает. עד כדי כך שבסופו של דבר הוא אומר אלוהים בסדר תעשה מה שאתה רוצה עם העם הזה. Так что в конце он говорит: Господь, сделай с этим народом все, что тебе угодно. И Иеремия также не очень хочет быть пророком. Но он обязан, вынужден это делать, потому что Господь говорит ему. И мы возвращаемся к 20 главе. Пасук 7-8. 7-8 стихи. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить, я кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. Так скажи. Очень тяжелый текст.
И он уже сам говорит, мне надоело, я не хочу больше говорить от имени Господня. Не могу я больше этого слышать. Но он пророк истинный. Потому что он не может перестать. И он не перестает говорить. И в конце концов сегодня, после почти 2700 лет, мы видим, что все, что сказал пророк Иеремия, исполнилось. И это является настоящей проверкой пророка. Потому что остальные пророки сказали «мир, мир», и нет мира. Потому что они говорили, не волнуйтесь, все будет хорошо, Господь добр и милостив, Он любовь, и все, что Он обещал вам, все будет, и Его любовь, она выше всего на свете. И они забыли, что Бог, Он является Творцом всего. И он избрал народ Израиля для конкретного задачи, для конкретной цели. Они забыли, что у них есть завет с Господом, соглашение. И в этом завете, соглашении есть определенные условия. Если они выполнят эти условия контракта, завета, то у них все будет хорошо, и будет только благословение, и множество, и успех, и все будет замечательно. А если нет, то на народ падет проклятие. И проклятие является противоположным аспектом благословения. И давайте посмотрим на это в Торе. В книге Второзакония. Мы начнем с перек 25. Начиная с 25 стиха. Или 26 главу мы прочтем. 26 глава. Мы пасук אחד. С самого начала главы. Кен. Мы пасук. Тикрими пасук אחד עד пасук חמש. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатка всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему, сегодня исповедую пред Господом Богом твоим, что я пошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать. Откроет Бетсефер Дварим. Ну, кен. Кен. Вайкра. А, Марта Дварим это? Ну, Вайкра. Окей. Я прочитала из Второзакония. Это тоже хороший текст, а Йосиф имел в виду числа. Но числа. Левит. Левит Вайкра, нахон. Моя ошибка. Из Левита, 26 глава Левит, с самого начала. Не делайте себе кумиров и изваяний, столбов не ставьте у себя с камней с с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред вами, ибо я Господь Бог ваш. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите, я Господь. Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам тебе дожди в свое время, и дерева полевые дадут плод твой,
и молотьба хлеба будет достигать у вас собрание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Вот пасук эхад. И шестой стих. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто не обеспокоит вас, сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. Недар. Замечательно. Им тилху бехукотай, если вы будете следовать моим заповедям и хранить мои заповеди, то у вас будет все замечательно и будет благословение. Адамат ие маворехет. И земля будет благословенной. Аперот ие мевурахим. И все, что она производит, будет благословенным. Ие шалом баарец. Будет мир на земле. Шахавтем бешекет веэйн махрид. И у вас будет все спокойная жизнь, хорошая жизнь. Пасук шева верадавтем эт ойвехем венафлу лифтехем бахарев. Седьмой стих. И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Верадфу хамиша. Меа у меами кем ревава ирдефу венафалу ойвехем лифтехем лахерев. И пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча. ופסוק אחד עשר ונתתי משכני בתוככם ולא תגאל נפשכם את נפשי אתכם. И одиннадцатый стих, и поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. אבל אם לא. Но если нет. פסוק 14. 14 стих. 15. 15. Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так, пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которой истомятся глаза, измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят вас. זאת אומרת, אם אנחנו בינינו לבין אלוהים. Это значит, что если мы выполним нашу часть соглашения, завета между нами и Богом, то у нас будет благословение. Все будет хорошо. И мы победим в войнах. נקבל ברכה בחקלאות. אפילו יהיה ענבים ויין. И сельское хозяйство будет процветать, и земля будет приносить плод, и даже будет вино и виноград в избытке. Им ло? А если нет? Бедюка эфех. То все будет противоположным. Ермияу. И Иеремия. Бешара невиим. И прошлые, и все остальные пророки. Беэцем омрим эт маше эм омрим миитгалут бе. Шель двар Адонай лахем. Все, что они говорят, является откровением Бога им. אבל זה הכל מבוסס על הברית, על ההסכם, על החוזה שעם ישראל קיבל בסיני. Все их пророчества, они основываются на вот этом завете с Богом, который получил народ Израилев на горе Синай. Элоим ло осе давар митох роа. И Господь ничего не делает, потому что он зол. Эла митох аава. Но из любви. מפני שהוא רוצה שהעם שלו יעריץ אותו ויכבד אותו ויעבוד אותו וישמע לו וישמור את מצוותיו. Потому что он хочет, чтобы народ его любил его и слушался его и хранил его заповеди. הוא רוצה שהעם ימלא את התפקיד שבשבילו הוא נבחר. И ему надо, чтобы народ выполнил ту должность, ради которой он был избран, ту задачу. הבחירה הייתה באברהם אבינו. Когда он избрал Авраама, Натан шалош автахот. И он дает Аврааму три обетования. Он нотен ло зера. Это обетование семени. Веэрец. Земли, вот этой земли. Абраха и лекол аолам. Но благословение должно пойти на все народы земли. Элоим мекаем эта автаха шело ле Авраам. И Господь исполняет свое обещание Аврааму. Нотен ло зера. Дает ему семя. Ицхак и Яаков, бне Яаков, бне ам Израиль. Исаак и Яаков, и сыны Яакова, весь народ Израиля, это семя Авраама. Но тен ло адама. Он дает ему эту землю, землю обетованную, страну. А матана зот шел адама и леолам ваэд. И вот это обетование земли, оно навеки вечное. Каха катув бе перек 13 шел берашит пасук 15. Так написано в 13 главе книги Бытия, 15 стих.
ועכשיו התפקיד של עם ישראל זה להיות ברכה לכל העולם. И сейчас задача народа Израиля быть благословением для всего мира. במילים של ירמיהו הנביא בפרק 42. Словам пророка Иеремии в 42 главе. פסוק 6. Шестой стих. הוא אומר, אתם אור לגויים. Вы являетесь светом для народов. זה התפקיד של עם ישראל. В этом ваша задача. ופעמיים הוא חוזר על זה, גם בפרק 42 וגם בפרק 49. И он два раза говорит об этом пророк Иеремии в 42 главе и в 49 главе. אתם צריכים להיות אור לגויים, ברכה לעולם. Вы должны быть светом для народов, благословением миру. ואם אתם לא תקיימו את התפקיד הזה, если вы эту задачу не исполните, זה בדיוק כמו שישוע אמר, אם אתם אוהבים אותי, אתם תשמרו את מצוותיי. Будет так же, как Иешуа говорил, что если вы любите меня, то вы будете соблюдать мои заповеди. אם ההפך גם נכון. Также и противоположное существует. אם אתם לא שומרים את מצוותיי, אתם לא אוהבים אותי. Если вы не соблюдаете мои заповеди, значит вы меня не любите. זה לא מבטל את החסד הגדול של אלוהים. И это никак не отменяет великую милость Господню. אני יודע שהרבה מאוד פסטורים מפחדים ששמירת מצוות תבטל את החסד. И я знаю, что многие пасторы боятся, что соблюдение заповедей отменяет милость. שאלוהים מדבר דרך ישוע, דרך השליחים, ואומר, אתם נושאים בחסד. И когда Господь говорит через Иешуа, через апостолов, что вы спасены по милости, זה לא אומר שאתם לא צריכים לעשות את רצון האלוהים. Это вовсе не значит, что теперь нам не надо соблюдать волю Божию. זה לא אומר שאתם לא צריכים לשמור את המצוות שאלוהים נתן לכם. Это не значит, что мы не должны соблюдать заповеди, которые Господь нам дал. ההפך. Наоборот. מי שמקבל חסד. Тот, кто принимает, получает милость. מי שמקבל מתנה טובה, тот, גדולה. Тот, кто получает большой, хороший подарок. התגובה הטבעית שלו. Его естественная реакция на этот дорогой подарок. זה להגיד תודה רבה. Это сказать спасибо. להראות את ה... כמה הוא מעריך את המתנה הזאת על ידי זה שהוא משרת את זה שנותן לו את המתנה. И показать тому, кто дал ему этот подарок, то, насколько он благодарен тем, что он будет служить. זה לא בגלל שהוא מנסה לשלם חזרה את המתנה. Это не то, что он будет стараться выплатить этот подарок чем. זה בלתי אפשרי. Потому что это невозможно часто. אלא זה כדי להראות את... Но чтобы показать, כמה הוא מעריך, насколько он ценит этот подарок. את המתנה שהוא קיבל. הנביא האמת, כל נביא האמת סבלו. И все пророки истинные страдали. ונביאי השקר, а лжепророки, כמו פשחור, הכהן, והפקיד, как Пашхор, והנגיד, и прочие служители, אמרו את מה שאנשים רצו לשמוע. Они говорили то, что людям нравится слышать. מה שהמלך רצה לשמוע מהפקידים שלו. Они говорили, произносили от имени Бога то, что устраивало царя, то, что царь хотел слышать. נביאי האמת, но пророки истинные, דיברו את מה שאלוהים אמר להם להגיד. Они говорили в точности то, что Господь повелел им сказать. ורבותיי, ההיסטוריה מוכיחה שירמיהו היה נביא אמת. И история доказывает, что Иеремия был пророком истинным. כל מה שהוא אמר קרה. И все, что он сказал, произошло. כל מה שהוא דיבר בשם האלוהים התגשם בהיסטוריה. А что он говорил во имя Божие, провозглашал, оно совершилось в истории. И скоро мы будем говорить о Новом Завете. И первый раз, когда мы слышим этот текст, эту фразу «Новый Завет», мы видим это в и пророке Иеремии. И мы ученики Иешуа. Он Господь. Он наш учитель. Он наш спаситель. И он Божье откровение во плоти. Он является с Новым Заветом, он сам. אבל זה התגשמות של מה שירמיהו אמר 750 שנה לפני שישוע נולד. Но это было исполнением того,
о чем говорил пророк Иеремия 750 лет до рождения Иешуа. А то, что говорили лжепророки, было приятно слышать, может быть, воодушевляло людей, успокаивало, но это была ложь. Этого не произошло. Мир не пришел на землю, но пришла война и изгнание. Но так же, как Иеремия говорил об изгнании, он также говорил о возвращении на землю Израиля. И сегодня в Израиле мы являемся воплощением этих обетований, которые Господь дал пророку Иеремии. Вы можете проверить это по Библии. Читайте пророка Иеремию. И примите милость Иешуа Мессии в себе. И до следующего урока. Всего доброго.